Началось. Да. Это ведет себя по-другому. Вон она. Плывет. Да. Это намного больше. Сильно сопротивляется. Ушла под лодку. Да уж, с такой рыбалкой и тренажерный зал не нужен. Я весь потом обливаюсь. Нереальная нагрузка. Пересматриваю свои расчеты в сторону увеличения. Это что-то гигантское. Сейчас увижу, что это. Через секунду она появится. Ну же! Ну же! Она огромная. Это палтус. Причем крупный. Нужно затащить его в лодку. Я только взгляну на него и отпущу. Но это будет сложно. В борьбе такие гиганты могут сломать человеку ногу или руку. Обычно их багрят, гарпунят или стреляют в них, чтобы вытащить. Он может ударить хвостом со всей силы, даже когда вроде бы обездвижен. Открой ту дверь, через нее и затащим. Кусается. Он меня кусает. Вот так, взяли. Пошли. Вот так. Отлично. Подержи с того конца, я перехвачу его вот так. 50 килограммов сплошных мышц. В лодке он немного присмирел. Смотрите, какая огромная пасть. Это весьма проворный хищник. Хочу еще какое-то время повосхищаться этим гигантом из глубин. Но он такой сильный. Хочу его подержать. Нет, его не удержать в одиночку. Держи его за голову. Держу. За борт бросать не будем, а то я вместе с ним выпаду. Давай через дверь. Да. Вытащи палец. Сейчас. Вот так. Один из редких случаев, когда рыба меня победила. Я хотел с ним попозировать, но у него плохие манеры. У этого палтуса.